Ну что, красотуля, ну что, потерял свою грызульку. На. Чё, не хочешь? Давай поиграем, давай поиграем, давай, давай поиграем, давай поиграем. Ну давай. Не хочешь? Спать хочешь? Зевает. Ну и ты хороший парень такой, да? Хороший такой, хороший такой, да? Ой, хороший такой парень. Ой, такой хороший, да? Лапусюля такая, да? Да, такой сладкий парень. Чего, ты поиграть хочешь или поспать? Поиграть или поспать? А, чего, ты пузико почесать? Да, пузико почесать. Ой, ты сладкий. Спать хочешь? На тебе. Надо тебя укрыть. Не, не хочешь? Ну ладно, ладно, не буду, не буду. Ну давай укроемся. Ты не, не хочешь? Не хочешь? Ну ладно, ладно. Вот тут под лестницей ему местечко сделали. Вот мы уже научились гулять почти. Да? Пойдем, пойдем. Кто там? Ну, пойдем, пойдем. Не бойся, ничего, никто тебя не обидит. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, пойдем, пойдем, дорогу перейдем. Пошли, пошли. Ты где? Пойдем, пойдем. Ты где, мой друг? Идешь? Ну давай. Ну и видео у нас получается, да? Вон туда, я сюда. Ну, пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Пойдем гулять, Джек. Джек, пойдем гулять. Пойдем. Ну, в общем, вот так вот мы ходим. Гуляем, потихонечку привыкаем. Уже есть успехи, молодец. Иногда ходит по своим делам на улице, а иногда еще и дома. Ну что, конечно, прошло всего 4 дня. Нужно время, чтобы его научить, чтобы он привык к нам, научился гулять. Уже одеваешься, поехали в магазин, он уже выбегает, хвостиком виляет. Я с вами, я с вами. В магазин же его не возьмешь. Ну, так что приходится, прежде чем пойти в магазин, погулять с ним. Ну, пойдем. Вот так вот у нас успехи неплохие.